Приветище, это ФНАФ Руин. И мы продолжаем искать Грегори, потому что он не может, такой засранец, выбраться из пиццаплекс. И мы, похоже, тоже. Маленькая девочка, которая здесь застряла из-за этого чертова Грегори. Значит, на чем мы остановились? А на том, что нас преследует ржавый крокодайл. И я немножко заплутал. Ух ты, елки-палки. Заплутал, потому что... Ёлки-палки-моталки, нам нужны проводки. О, скользко, 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 скользко. Как на баскетбольной площадке. И свист от моих кроссовок. Так, значит, провод. Вот он, провод идет, я нашел его. Он идет в эту сторону. Так, 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 так. О, щет. О, май гарбл. Валим. За мной Нира Заяц бежит. Еле высрал из себя название Зайца. Перепрыгнем? Я думаю, я перепрыгну. Давай! А чё я так медленно бегу? По какой-то тряпке не могу. Ой. Нира Заяц за мной не идет. Где разбег-то, ёлки? Вот. О! Вот она, это жива. А да. Снова ты. Все, я сваливаюсь в портал сюда. О, меня сейчас вырвет. Как я тут оказался? Еще раз. Вот теперь я точно блюну. Да ё-моё, что тебя убежал далеко. Я телепортнулся вообще. Нет, я сниму маску. Значит, смотри, провод шел вот сюда. Кстати, это не вот этот ли провод? Он не дублирует то, что я вижу в маске? Как думаешь? Давай посмотрим. Значит, тут ни черта не видно. Здесь ни шиша, тут тоже не... Хотя вон там что-то есть интересное, но, скорее всего, это точно не интересно. Нифига здесь не видно. Надо попробовать в маске зайти. Попробовать в маске. Сейчас, погоди, маску надену. Так. Провод идет вот. Я снова детей слышу. В комментариях писали, что это потерянные дети. Ух ты. Вот, нашли эту штуку. Отвязываем узелок. Еще осталось два узелка у нас. Странная пушка. Ну, похоже на пушку, да? Как будто можно выстрелить с собой. Я чуть не упал. Блин, обосраться. В нейронный пупок тебя, за что ты так со мной? Ёлки-палки, я... Фух. Я, короче, думал, я сейчас маску уберу, и вот этот нейронный мостик подо мной пропадет. Здесь нет, на самом деле, ничего. Но, слава богу, все есть, все на месте. Фух. Пердечный приступ у меня скоро случится. Ну, как так можно вообще над человеком живым издеваться? Еще этот заяц бесячий. Значит, ищем следующую привязку. И вроде бы как мы вышли на след. Здесь можно пострелять. Что ж. О, кстати, я здесь и остановился в прошлый раз. Ко мне вышел этот нейрозаяц, и я случайно упал в правую щель. Где последний крокодайл? Мимо. Да елки-палки, три снаряда осталось. Мазю! В КС-очку мне не поиграть. С моим скиллом. Ой, я вообще очень мазю. Давай так вот. Есть попадание, отлично. А, маска, снимись. Вот за что ты так со мной? Опять в той же ситуации на меня налетел. Скотина, как и в прошлый раз. Чуть не упал он вот сюда, вот прям вот. Уродец, ушастый уродец нейронный. Ну что, все. Послабление, расслабление. Главное, не дрищем, главное, бежим. Все, успокойся. Спокуха. Крепкий орешек на моей пятой заднице все разломает. Почему это я сказал? Я сейчас проверю здесь все. Ну, труба какая прикольная. Я через нее сейчас пойду. Пойдем. Это вот... Нет, это не та труба. Где труба? А, вот, кстати, стульчик. Ну, хорошо, что не стульчак. Готово. Последний узел остался. Говно вопрос, я сейчас все сделаю. Последний узел, осталось его только найти. Туда... Нет, я прыгать не стану больше никуда. Ни через что. Где эта лысая башка до пирожка? Точнее, ушастая.
Телепорт. О, я в трубе! Я же говорю, что я в трубе буду шастать. Сейчас что-то здесь, ну да, пошло, ну, пятую срачельную точку. Что за фигня случилась, эй? Я принял необходимые меры, чтобы теперь здесь было безопасно. Да, со мной все окей. Я получил сигнал. Жуткий кролик тебя больше не потревожит. Да, круто. Мой помощник так сделал, чтобы меня больше не тревожил этот сорочельный кролик. Офигенно. Офигенно, братишка. Так, вот эту штуку можно. Разъедините все. 4 узла мы нашли и разъединили. Омолненно. Ну почему ты не прыгнул? Олень. Это возмутительно просто. Сейчас я маску надену, может, с маской тут. Да не, один фиг. Тут прыгать нужно, но что-то как-то я не собираюсь походу прыгать. Вот, раз-два, разминочка. Давай присядем, хоп, подкачали ножки. Все, давай. Разбег. И... Да она не бежит нифига. На тебя что, дрищ что ли напал? Или что? Что? Давай, побежали. Ну же. Да елки-палки. Сюда-то она бежит, а туда она не хочет бежать. Подожди, может тут обходной путь какой-то есть? Может я долблюсь об стенку? Да нет тут нифига. И как я должен здесь... По прутику вот этому пройти, что ли? Да я сейчас свалюсь туда. Да почему она не бежит-то? Здесь бежит? Вот. Наконец-то, елки-палки. Это что за... Глич на меня напал. Игрушка Глэмчики. Дальше. А, ну тут как бы тупик. Нет, тут не тупик. Здесь вот так вот, хопа. Можно туда пойти, можно... О, привет. Здорово, светящаяся башка. Два глазика. Можно, короче, теперь сюда. По новому дзуна поднимаемся. И опа, вот я и пришел на то же место, с чего мы и начали. Как говорится, сейчас я сюда вызову карету свою. Где? Ну, что надо нажать? Сюда его. Действие запрещено в аэрорежиме. Ага. В чем проблема? Я тебя сейчас сниму, да и все. Чего-то какие-то звуки стрёмные там, это... А, прикинь. А, приехала уже. Подожди. Что-то я это... Ой, дырявая моя башка. А ты-то что молчишь? Что ты мне сразу не написал в комментике, что надо подойти и узел отрубить? Ты же узел еще не отрубил. Куда ты поехал, блин? Дела еще не завершил. Подожди, вон там подарочек, кстати, не увидел. Да их... Фиг с ним. Фиг с ним, с этим подарочком. Сейчас еще на это нейрозайца наткнуть. Поехали, значит. О, звездочка добавилась. Мне тут электричества не хватало, да, с пирожком. Как всю эту тему пойти? Давай вот так вот, наверное. Или надо было бы вот так вот. Пирожок у нас пойдет. Да, вот так вот. Мастер игрищ таких взломных. Ай-дай-яй-дай, грозавчик. Вот теперь я могу ехать на своей ржавой карете. Возвращаемся. Блин, ну подарочек-то надо достать же. Мне в комментариях потом это не простят, скажут. Фу, лошара, подарок. Последний не достал. А можно потише как-то? Мне очень как-то неприятно это слышать. Все, я достал. В комментариях больше мне не пишите. Пьяное солнце. Да не-не-не. Я в этот раз нормально. Пиньята из солнца. Я понял, про что тут написано. Ой, сейчас рвотный рефлекс у меня откроется. Потому что вот эти вот аттракционы в виде русских горок, это вообще жесть, конечно. Но тут не совсем русские горки, но все равно рельсовая вся вот эта... Эй! Верните тачку! А, подожди, надо снять эту маску. Вот, вот все. Поехали вперед на крокодайла! Сейчас же по-любому кто-нибудь выскочит и побежит за мной, да? Да-да. Да, нет, нет, никто не побежит. Ну и хорошо. Я пощадю свое сердечко в этот раз. Маску надеть, к сожалению, нельзя. Вот эти звуки мне не очень нравятся. Они означали, что мы затормозили, просто выходим.
Вываливаемся с этой кареты. Нифига не видно. Можно пройти сюда, можно пройти туда. Поэтому я пойду в глубокое чернющее место, вот сюда. Но здесь ничего для тебя нет. Даже подарочек не спрятали. Жиды. Могли бы спрятать и подарочек. Я тут, значит, хожу, обсираюсь в этом месте. Руину. У тебя отлично получается, ты уже близко. Откуда ты знаешь? Как ты все это делаешь? Я все объясню, когда ты доберешься сюда. Эта тварь снова здесь. Мне нужно спрятаться. Кейси, умоляю, найди меня. Этот Грегори, он меня бесит с каждой связью. Все больше и больше. Значит, что нам тут можно сделать? Можно что-нибудь подергать, рычажки? Дверь откроется? О, дверь открылась. Окей, значит, мы можем сюда пройти. Мы можем спуститься вон туда, вниз. Я сейчас вначале все выходы и проходы посмотрю. И потом решу, куда мы пойдем. Здесь тоже можно пройти. Ага. О! Не зря я сюда спустился. Хватит плакать. Я знаю, что это не настоящие дети. Со мной кто-то заигрывает. Ну, не в плане, что заигрывают, а в плане того, что меня пытаются напугать. О, толчок. Кому-то нужен был толчок. Но уже как бы в таком месте не нужно. Тут все толчок. Все забрызжено, задрищено. В ржавчине. В блювотине, вот это вот непонятно вообще. Галлюцинации в моих глазах в этой маске. Твой. Пиццаплекс грузится, походу, или я завис. Ну, вроде как загрузка, да? Мишаня там пиццу делает. О, все, отлично. Ненавижу шовные миры, когда что-то где-то подгружается. Ну, в нынешних условиях, видимо, без этого никак. Графон-то, графон! Он много весит гигов, его же надо как-то подгружать. Фигня какая-то наверху, не дает нам пройти. Забаррикадировались. Знакомое местечко, но еще не до конца понял, что это, по-моему... Кексики тут что ли делали? Точно, тут кексики делали. Это пекарня. И я слышу здесь цыпа-дрыпу вроде бы как. Или это не цыпа-дрыпа? О, мой глазастик. Мой дружелюбный глазастик. Бот. Хватит болтать в моих ушах, я скоро сойду с ума нафиг, о, подарок. Подарок, ма! Что там у нас? Игрушка Глэмбони. Величный, прикольный. Угу. Давай выйдем из маски, попробуем тут что-нибудь сделать. Ну что ж, понеслась взломанная тема. Все отключилось. Сейчас будем пирожки печь. Эй, техно, мехно, набегайте сюда. Кто хочет кексиков? Я сейчас нашлепаю их вам. Бомбические кексики. Будем жевать вместе. Вот, тебя я хотел отключить. Кактус. Ну, тут написано кактус. На самом деле, caution. Или как там, что там? Как? Хватит болтать, нашептывать мне на ухо. Я что, в СМР-клуб, что ли, пришел? Ой, не ту кнопку нажал. Маску хотел снять. Видимо, мне конвейер нужно запустить, слушай. А, вот, подъем. Вот. Вот что я не увидел. И мы сейчас доберемся до конвейерной ленты, правильно? Мы сейчас ее запустим, наверное. Давай-ка. Ой, промахнулся. Поехали. Ну я просто инженер, елки-палки. Инженер-электрик. Конвейерная лента запустилась. Нет, она не запустилась, но фурычит. Но фурычит. Пойдем дальше, посмотрим, что еще можно запустить. Вон там что-то есть. Что-то там есть. А, опять подгрузка, да хватит. На одном месте, в одном этаже. Фу, блин, в одном месте, на одном этаже. Ну, короче, в одной локации уже две подгрузки было. Это сколько можно? Я до этого играл без подгрузок.
Конвейерная лента работает. Е-е-е. Теперь я могу сюда запрыгнуть и... Чао, бомбинь! А подожди, стой! Вдруг подарки же есть. Подарки же... Нет, тут нету. Дед Мороз не удосужился здесь подарки мне положить. Окей. А подожди, это вроде не кексики, это бошки чьи-то. Да? Или кексики? Все-таки. Почему они здесь не стухли, не скисли? Чикен бомбини. Похоже на... Но это не то. На прессовочную мусорную штуку, машину. Но нет. Там, где Чики прессанул и сжег. Какие кексики? Ой, это не я, это уже игра играет. Ой, мама ми, я спалился. Меня выбросило из сети Вани. Что избавился от этого жуткого кролика? Кто? Что случилось? Похоже, что сущность обошла мою глушилку сигнала и активировала свою собственную. Это устройство внизу называется AR-ингибитором. Ты не сможешь использовать сеть Вани до тех пор, пока не отключишь эту штуку. Все ясно. Надо ее вырубить. Что ж... Давай попробуем вот этот что-нибудь крутаной. Котёва. Ага, я туда могу пройти. Окей. Значит, пошли. Тут нам делать больше нечего. Кексомания, ёлки-палки. Чики, я знал, что он где-то здесь. Я сейчас упаду, аккуратно, ты прям по краю ходишь. Ха-ха-ха! Прикольно. Здоровая башка скинула вместе с кексами и меня. Я похожу сладенький кексик, раз меня сбросили вместе с кексами. Осталось. Но нет! Ты же сдохла, да? Ты не выберешься оттуда? Я просто хочу пойти отключить глушилку и все. Мне никто не нужен. Машу швать, Машу швать, Машу швать. Она ушла. Ты же ровно. Я сюда пройти не могу. Какого? Что это за вещество? Какой-то странный электрод. К этой штуке идет. Это, короче, кокон, из которого вылупилась Чика. Здесь. Что это было? Она же не выйдет сюда, да? У меня дар речи просто пропал. Я не хочу ничего говорить, иначе меня тут хавают. Как кексик. Блинский. Вроде смотрю на труханы, нормально все, не обосрался. Девчонка мощная. Там вон Чики пожрать присела. Ее нужно отманить вот сюда вот. Давай-ка мы... Тебе придет сюда? Встань в эту лужу, пожалуйста. И я посмотрю, что с тобой станет. А ничего не станет с ней. Значит, она вот здесь вот где-то. И я могу теперь пробежать. А, вон она где стоит. А сюда могу зайти? Нет. Ага. Ну и хорошо. Ник, здесь ремонтные работы идут. Да вали уже, вали, вали, вали. Она слишком... Да с какого она перепугу меня? Это что, у нее кишки там торчали, да? Мешок с мусором в виде кишочечков. Я просто вот не представляю, как это произошло. Хватит бошкой вертеть. Я забежал вот так, смотрю на там. Как она через стенку меня могла достать?
Да! Отрежь ей кошку. А, это даже... Я думал, это как у гильотины острое лезвие упало на нее, но это была всего лишь бетонная плита. Всего лишь плита. А я думаю, если даже гильотина бы на нее упала, это же металлическая конструкция, не разрубила эту чики. Из нее, наверное, отличная металлическая шаурма бы получилась из этой чики-дрики. А, так я дошел до этой штуки, а как ее отключить-то? Наконец-то, надеюсь, я смогу использовать маску снова. Все, я просто носом ткнул в нее и... Теперь могу маску надеть. Прикольно, просто подошел, понюхал ее и отключил. Я даже толком фас-ключ в нее не воткнул, ничего вообще не сделал. Ну ладно, анимации никакой не было. И это шикарно. Обосраться, Мишка, отключи, заглуши эту штуку снова. Я хочу тут проверить. Так, 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 я тут что-то нашел. Он далеко? Он далеко. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Есть. Маску снимаем. А где узел-то? Я узел не увидел где. Сейчас маску быстренько надену. Узел, 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 узел. Где узел? Пойдем по проводу, короче. А, тут не пройти. Ну, хорошо. Не успел, не успел. Я снял маску. Я в домике. Ты как здесь оказалась? Как ты здесь оказалась? Твою налет, ты что, плиту бетонную? Нет, вот она, плетонная бита. Плита бетонная стоит. Откуда она вышла-то? Через вот эту картоночку пробралась, что ли? Дверь какая-то. Невероятно, но факт. Во. Есть. Узел, я узел не вижу. Где узел-то, елки-палки? Провод идет сюда, сюда, сюда. Ага, за витрину надо как-то побрать. Ба-ба-ба-ба-ба, стой! Стой! Маску снять. Вот так вот просто проходишь и все. Че я тогда тупил? Тут, видимо, в маске тупик какой-то. Нет. Нет тут никакого тупика. Глючит ужас просто. Игра фризит. Я вроде даже не на максималке рубаю. Да ты задрал! В каждой щели затычка! Сколько можно-то? Все, я надеюсь, что мы можем пройти. Погнали. Вот он, узел. Узел, узел, узелок. Последний еще отключить остался. Он где-то... Блин. Покажите мне последний узел. А, он в той стороне. Нам туда надо. Не успел, не успел. Блин. Откройте двери! Она с этих красных дверей вышла, да ну нафиг! Она была с другой двери, ну что это? Куриная читерша! Она вышла с этой двери, а оказалась как-то здесь, у красной. Да вообще нечестно. Готово! Снять маску, снять маску, снять, снять маску! Есть. Она пошла, видимо, справить нужду. Маслица слить. Я тут посижу, пожалуй. Двери закрыл. Какая культурная. Все, отключаем. Ух, елки. Пирожочки, звездочки. Тут по-любому вот так. Здесь вот так. Все, взлом удался. Да ладно тебе, мне уже маска не нужна. Чика вышла? Надо перевести дух. А, Чика делает пирожки. О, пирожные. Пирожки. Пирожки с картошкой. Это только... Наши чебурашки могут пирожки делать, а всякие чики зарубежные, они делают пирожные. Готово.
Сейчас я хочу проверить, мне показалось, что тут что-то должно быть, что-то есть. Но нет, нифига тут нет. А, он там! Ушастый этот нейронный засранец. Еще чика идет. Бежим! Да где твое ускорение? Сзади нас сейчас завалят! Шевели ляжками, девочка, шевели. Вот когда жмешь shift, ты надеешься, что спринтанешь сейчас прям, вот конкретно спринтанешь, прям будешь пердеть и лететь. Но нифига не спринтуется! Это чистая подстава. Не спринтуется, видимо, потому что я выносливость быстро трачу, и когда я хочу спринтануть в необходимый мне момент, у меня нет выносливости. Но это не объясняет, почему я не спринтовал, когда мне нужно было перепрыгнуть. Обрыв. Отлично сработано, рембондица. Теперь ты сможешь попасть в верхнюю восточную сервисную часть. Сущность вряд ли сможет добраться до тебя здесь. Ну и здорово. Не волнуйся насчет этой злой сущности. Она не сможет тебя выследить, по крайней мере, какое-то время. Как здесь дорожки все волной ходят. Отключи родительские узлы, ты восстановила подачу электричества в восточной части. Я же в маске? А, маска здесь запрещена. Что это за музыкалити? Вон там кого-то вижу. А, это бот. Музыкалити. Угадай мелодию или вылети отсюда к чертям. Можно подняться на второй. Водопадик. Отключаем его. Ну все, наверное, на второй ярус. Ну там хотя вон что-то есть интересное. Ударная установка или грибы. Прям дико интересно. Я хочу дойти сюда. А, здесь компьютер. Компьютер. Нужно найти, понятно. Все ясно. Сейчас. Обнаружена аномалия. Да и в топку на нее. На эту аномалию. Вот мелодия. Мелодия есть. Теперь гитарка. Она была у нас, ну, вот здесь. Дальше звездочка и молния. Молния была на первой камере. Если не знаю, вот звездочка. И молния. На первой камере она была. А нет, на второй, значит. На кого рассчитан вот этот вообще? Ага. На кого рассчитаны такие головоломки? Просто... Вот оно просто... Я хочу второй ярус посмотреть. Тут вроде бы ничего такого. И еще повыше сейчас беремся. Я не понимаю, почему у детей так мало спринта. Дети носятся как реактивные ракеты. Вот честно. У них выносливость никогда, по-моему, не кончается. Во! Я знал, что здесь подарок! Давай его ставим. О-о-о-о. Ништяк, золотой Фредди. Я помню, когда я в школе учился, нас заставляли вокруг школы бегать. И у меня дыхалки не хватало. Но были такие, кто наворачивал вообще знатно. Нам, там, получается, 2 километра мы где-то бегали, если не больше, вокруг школы. И нам тогда было по лет 12, наверное. И у кого-то открывалось второе дыхание. Жуткий кролик снова вернулся. А ты говорил, что здесь безопасно. Я говорю, вряд ли. Здесь все же небезопасно. Так что я все верно сказал. Да пошел ты в пень. Почему я не могу снять маску? Она приклеилась к голове. Думаю, будет лучше, если ты пока останешься в сети Вани. А, вон он, кролик. Нет, нам надо в другую сторону, значит. Давай в эту сторону побежим. Так вот. Мы бегали вокруг школы эти 2 километра, может быть, даже 3. 12 лет нам тогда было. И у кого-то открывалось второе дыхание. И мне дико было интересно, каково это. Как это второе дыхание. И вот однажды на соревнованиях по бегу, я не знаю, как я туда попал, но меня просто выбрали, сказали, давай ты будешь бежать.
Хотя я хреновый бегун, я был отличный прыгун. И мне говорят, все, беги. И я бегу, и на сариках у меня открывается второе дыхание. И это было невероятно крутое ощущение, что ты вот уже не можешь, и потом хопа, и как врубаешь нитро, как в форсаже, знаешь. И поехало все. И это было всего один раз в жизни, и я не врубился, как до второго дыхания добираться, и, короче... Готово. Так, а куда нам бежать-то теперь? Вон туда. Какой-то жуткий и здоровый крольчат. Есть, я выбрался. Маску можно снять? Ху! Наконец-то эта головокружительная ситуация закончилась. А то такой шум в башке невероятный стоял. Что тут у нас? Подстриги свой перчик. Ну, на перец же похоже, да? Да. Острый перец чили. Прям такая тишина, ну просто как... И тут, заметь, очень чисто. Прям почти стерильно, можно сказать. Пиццаплекс здесь сохранился хорошенько. Привет. Игрулечка. Я даже думаю, что... А, нет, я думал, это узел. Но нифига. Это не похоже на часть узла. Хочешь пирога? Отведай его. С нашим вкусным бобовым супом в буханке. Оу. Оу, а что здесь произошло, собственно? Что это такое? На каньоны похоже. Ого, игровой автомат. А, обломись. Тебя глючит, проснись. Но есть две двери. Одна в туалет. Две двери в один туалет. Шикарно. Зачем только? Типа, одна дверь для мужчин, другая для девушек, и все равно вы заходите в один туалет. О, привет. И подарочек-то. Poor Roxy. Бедная Ро. Кто здесь? Ты от меня не спрячешься. Кейси, Кейси, ты тут? Грегори. No! Грегори, run! Беги! Рокси идет за тобой, Грегори. Ты меня слышишь? Кейси, я в порядке. Нашел место, чтобы спрятаться. Отключи узлы в салоне, чтобы догнать... Рокси, поторопись, она уже близко. Сейчас все отключим, сейчас все сделаем. Грегори, я у тебя на попегушках, это не так круто. Я думаю, что мы чертовски хорошие друзья с Грегори, а иначе мы бы сюда не поперлись, в эту задницу спасать его. Игрушка Глэм Рокси. Мы же у Рокси, по-моему, глаза забрали. Да, точно, мы же у Рокси глаза забрали. Поэтому она без глаз. Она теперь на слух ориентируется. Да ёлки! А где сам Фредди, вот мне интересно. Мне говорили в комментариях, где это нейро... О, рука в воздухе висит. Прикольно. Вот она, этот нейрозайц. Мне говорили, что мы встретим здесь Фредди. Заспойлерили мне эту ситуацию в комментиках. Но... Он будет как бы без... с железной своей брони, вот этой красивой, звездной. Он будет уже, ну, как бы не Фредди, не совсем Фредди. Но мне интересно, будет ли у него все эти улучшалки от других аниматроников, которые мы ему дали. Там глаза, когти и вот это все остальное. Хотя, а мы не у Рокси ли когти отобрали? Когти мы у кого забрали? У крокодайла? Я вот что-то не помню уже. Грегори! Нужно попасть туда. Вокруг, рядышком ходил с этой дверью. И всего-то надо было в нее зайти. Кстати, вот. Это гонки. Мы на гонках. Мы почти дошли. Значит, есть 4 узла. Их нужно найти. Один из узлов мы где-то вот рядышком стоим, да? Он где-то прям вот-вот-вот совсем рядышком. Вот, где-то тут.
И нас, конечно же, здесь поджидает нейрокролик. Блин, с этими узлами... Ага, вот, нашел. Готово. Маску сними, маску нельзя снять. Маску, сними маску. Она тут не снимается. Вот теперь снимется. Отлично, снимай маску. Еще один глушил. Глушил. А кто их тут поставил, интересно, для нейрокролика? А? Неужели нейрокролик заправляет тут всеми? Туда нам надо идти, вперед. Туда идут провода. Где-то здесь. О, а это что за девчонка? Это не я ли? Нифига себе, вот это меня вштырило. Я думал, меня поймали, но меня не поймали. Это мне в мозг, что ли, прокрадывается? Ты чё, кролик, обалдел? О, подарок. Нифига себе, подарок! Грегори, который не нашел. Страница из комикса 4. Можно почитать? А, наверняка Грегори видел эту маску раньше. Ну, про кролика-то он видел. Он в курсе. Ну чё, исчезла эта нейра? Фигня. Я сейчас бегу подальше. Да, вроде исчезла. Зеркальце. Готово. Глаза? Серьезно? Фу-фу-фу-фу-фу. Да. Да, блинский. Отстань от меня. Здесь провода больше не... Только один провод сюда шел. Вот еще один идет, кстати. Вон туда нам надо. Маску надо. Так, снимаем. Бежим. А стой, подожди, мы отсюда пришли же, да? Или нет? Сейчас я тут посмотрю. Ну, хотя провод вроде бы идет. Да, мы отсюда, скорее всего, пришли. О, как удачно я на тебя наткнулся. Кролик, ты стал очень часто появляться, и меня это дико бесит. Все, нам надо вот через эту золотую статую пройти, и там что-то будет. Здесь можно подняться. Но для чего? Ха, чтобы выйти здесь. Ага. А тебя? Я тебя отключал? Давай отключим. Все, вот. Нифига себе. А я думал, через себя можно пройти, она как бы подглючивает, но нет, нифига. Ладно. Ладно, но провод туда идет, нам туда надо попасть. Значит, каким-то другим методом так не пролезть. Здесь? О, ножницы. Где? Не вижу кролика пока, ладно. Еще одна. Последняя линия. И вот она, походу, кстати. Это она и есть, которая туда идет, ведет. Идет. О, кстати. Блин. Опять глушилку врубили. Надо аппарат отключить. Возвращаемся назад. Чёртова глушилка. Она не работает. Есть еще одна, что ли? Блин, тут не пройти. Ё-моё. А он здесь? А как? Подождите, вы что, прикалываетесь, что ли? Я не могу эту глушилку отключить, потому что... А здесь-то я не пройду. Это что за издевки? И как быть? Так, спринтуем, просто спринтуем. Да беги, спринт, где ты? Фух, пробежали. А ты с чего? Ну я в маске, на... Они просто зажали меня в узком тоннеле. Погнали, ребятишки. Последний сраный узелок. Я честно не понимаю, как туда попасть.
Наверное, через компьютер. Я его поздно заметил, конечно же. Да, скорее всего, Да, точно, компьютер. Вот она, курица. Ага. Я там как, нормально пока стою? Ножницы. Вот они, здоровые ножницы. И глаз. Глаз здесь. Все. Готово. Выходим и снимаем маску. Да мне только сейчас дошло, как здесь работает спринт. Ты нажал один раз, и все, он сам держится, спринт. Где-то здесь должна быть штука, отключающая... О, все, маску можно снять. А вот и карт. Но здесь был компьютер. Да. Ну, не совсем компьютер, вот. Вот что я видел. Все, снимаем маску. Ёлки-палки. Нет, не смотри на меня. Мы справились. Правда, я немного обделался, но ничего. Это шаурмичная курица меня испугала. Погнали. Взломать систему. Епи! Мы прошли. Здесь подарочек? Здесь же ждет меня подарок. Ха-ха, чика. Ушатанная чика. Вначале это было смешно, потом до меня дошло, что это же чика. Она не может сходить, но она просто была ушатана. Теперь нам надо добраться до узла того и его отключить. Видимо. Так, стоп, это то место? Это тоже место, да? Да, это то место. Где эта дверь? Сейчас, минутку. Вот она, эта дверь. Она экраном была в маске закрытым. И вот он, узел. Сейчас я его вырублю. Так. Быстро действовать. Нужно нам. Готово! Отключил? Маску надо снять. Фух! Ага, ковбой, вот это все, вот нам, да. Этого не хватало в жизни. Остриночки этой, ковбойской. Сейчас кто-нибудь тут вылезет. Крокодайла мы видели, Рокси мы видели, Чикки мы видели. Еще вроде два аниматроника осталось. Фредди тут какой-то пухлый, щечки отъевшиеся. Ексит, о, как замечательно. Нужно. А, тут маску нельзя надеть, ну ладно. Хотел с маской пройтись, посмотреть, мало ли, подарочки там. Или не подарочки. В какую-то канализацию спускаемся. Здесь подозрительно тихо, надеюсь, я не опоздала. Давай, поехали вниз. Как долго спускаемся по лестнице, ужас. Ей. О, привет, ты кто? А, крокодайл. Угу. Торчащие его волосики на голове. Аллигатор может нас сожрать, если упадем в воду. Пол это лава, считай. Ладно. Чик, фонарик что-то курить плохо работает. Готово. Вон он где плавает. А мы такие... Опа. Ну ты не успеешь нас схватить, потому что мы быстро. Он далеко. Вон туда поплыл. А там ничего вдалеке случайно нету? Хопа. И все, я здесь. Мы дверь открыли и быстро валим отсюда. Ага, быстро. Он сейчас и сюда пролезет. Тут тоже вода. Лучше я буду тут прыгать. Как-нибудь прыгать. Пока тишина, ладно. Оп. Ага, он тут появился, он засранец. Просто из-под воды вылез.
Давай, уплывай туда. Жалко, нет лазерной указки, чтобы его приманить. Вон к тому мусорному ящику. Голубенькому. Ну, чё ты тут трёшься? Сваливай уже, а? Наконец. Да запрыгни ты. Страшно же. Вдруг сожрут. Он там далеко. Он сюда. А мы вот так. А мы... Опа, и здесь. Чё, на воде здесь открывать, что ли? Блин, тут в воде надо стоять, чтобы открыть всю эту фигню. Офигеть, вот они придумали в воде стоять. Ну ладно, он далеко. Поехали. Готово, давай, 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 вытаскивай ключ. Ну, быстрее. Я так и думал, что сейчас так и получится с крокодайлом, с Монти. Маску надеть нельзя. Опять фризы какие-то, блин. Там кто наверху? Помощник, это просто помощник, не дрейфь. Все нормально. Точнее, уборщик, не помощник, а уборщик. Ну, мы же добрались до гонок, правильно? Значит, где-то должен быть Фредди. Где-то прям вот рядышком. Как вы меня напугали, уборщики вы какие-то... Еще хуже, чем аниматроники выглядите сейчас тут. Дверь напугала. Есть кто? Есть кто-то? Страшно. Грегори? Грегори! Я добралась. Ты где? Ты в порядке? Okay? Может, удастся поймать сигнал, если зайти подальше? Давай зайдем подальше. Да можно? Да, можно зайти. О, подарок, отлично. Соскучился уже по ним. По подарочкам. И что же в коробочке лежит? Маска Луны. Да я и без маски тут пройду. Чё ты вылез-то тут? О, точно. Это же боксы для картингов. Я здесь, Грегори, бегал. Тебе нужна помощь? Нет. Это тебе нужна помощь. Я сказал роботу, тише. А то меня сейчас впалят. Типа робот понял. Ну, подозрительно просто тишина, слушай. За исключением нейрозайца, тут вообще как бы... Как бы вообще все спокойно. Все, можем пройти теперь. Ага, здесь вот надо. Ты не можешь прятаться вечно. Будем в прятки с Рокси играть, я понял. Давай мы его подальше, в четвертой камере закинем, иди сюда. А, сломает двери? Нет, интересно. А, вон оно что. Двери ломать нужно. Ну тут и пробиты двери. Здесь ясно, здесь стою где-то я. О, кролик появился. Ну, вроде бы все ок. Вроде бы все ок. Пошли. Здесь мы проходим. Надо посмотреть, этот компик можно что-то с ним? А, нет, это не компик. Все понятно.
Тогда идем дальше. Идем и не парим. Подарки. Я про них совсем забыл, что теперь не только глючные есть, но и такие, настоящие, физические. Страница из комикса 3. С Фредди, который держит. Ты не можешь прятаться вечно, Грегори. Она еще не успела его найти. Нужно опередить ее. Так. Еще подарочек. Два подарка, прикинь. Плюшевая малышка. Какая она стрёмная. Так. Рокси где-то явно здесь, вон она. Но я тогда буду в контейнере прятаться, да? Сдавайся, тебе не победить. Я как бы не. Отстань, изыди. Куда делать? Ой, ёп! Помашкина! Попа. Это было сильно. Короче, все, хватит на сегодня с меня. Я чуть сам глаза не потерял. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан. И тогда мы увидимся с тобой в новом ролике. Так что до встречи.